Поэт, воин, пророк, человек. Перед нами трагический путь русского классика, предъявившего высокий счет жизни. Найдет ли покой его душа? Найдет ли ответ на мучившие вопросы? Об этом музыкально-художественный спектакль, основанный на стихах Михаила Юрьевича Лермонтова. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Я любил все обольщенья света, но не свет, в котором я минутами лишил. И были те мгновения мук полны, и населял таинственные сны. Я этими мгновениями, но сон, как мир, не мог быть ими омрачен.